Добрый вечер. Давайте проверим звук. Как меня слышно, видно? Так, ну все, девчонки, будем начинать. Слышно? Поставьте плюсики. И будем начинать. Отлично. Значит, начинаем. Угу, да, Света. Сегодня мы с вами не просто проанализируем работу нашу за каталог 18, а проанализируем работу. Именно сравним 18-й год, 18-й каталог, и 18-й каталог, 19-й год. Я думаю, вы на слайде это все видите, что ровно год назад у нас в структуре, в команде было 603 человека, и групповой объем был 5400. В этом году мы уже, можно сказать, перевалили за 1000, это 1048 консультантов и групповой объем 8840, можно сказать, почти 9000. Ну, чуть-чуть можно так подытожить, не дотянули в два раза, но результат на самом деле хороший. Ну, а сейчас обо всем по порядку. Итак, наши результаты. А именно сравниваем 2018 год и 2019 год. Здесь на слайде те, которые со мной уже давно. Смотрите сами, сравнивайте сами. Какие есть результаты? У некоторых просто шикарные. У некоторых, я думаю, они сами знают, что хотелось бы лучше, но результаты есть. Как видим, самые огромные результаты видны у Галины и Ольги. Это вице-директора, только один старший, а один простой. Я думаю, мы скоро их будем поздравлять с заветным званием, с заветным желанием. Тем более они в акцию 100 тысяч еще могут вступить. Да, Света, я полностью с тобой согласна. Мне так нравится называть год не 2020, а 2020. Вот я не знаю, почему мне так просто понравилось. И он на самом деле должен быть у нас волшебный. Посмотрите на результаты Аллы. И на результаты Сербун Светланы, допустим. Это все итоги ветки. Выводы делайте сами. Поэтому я, конечно, думаю, скоро у нас появится еще один вице-директор. Осталось совсем чуть-чуть. Но, девчонки, результаты есть. И выводы делайте сами. Конечно, не могла не поблагодарить за вклад в проект партнеров, которые именно работают не для себя, а делают вклад в наш проект партнер. Нина Довольцова и Оля Синкевич проводят вебинары на различные темы. Они уже знают свою тему и заранее ко всему готовиться. Конечно, Нина сама вызвалась вести продуктовые чаты. Как вы все знаете, они у нас все идут в Телеграме. Если вас там нет, пишите мне, я вас обязательно добавлю. Добавляйте на эти каналы всех своих покупателей. Не обязательно для тех, кто в бизнес, а именно покупателей. Там наши отзывы, там наши все вебинары, где любой человек что-то найдет себе такое новое, что не пробовал. Ну и, конечно,
Галя Потапчук у нас оказалась открытием, точнее, она это, наверное, умело только скрывала. Она делает классные картинки. Девчонки, всем огромное спасибо. Это на самом деле очень хороший вклад именно в наш проект. И не могла не перечислить, как видите, даже еле вместились слайд, новые звездочки нашего уходящего года 2019. Это все девчонки, которые пришли новичками. Каждый в свой месяц. Кто-то в марте, кто-то в мае, кто-то в августе. Одним словом, они все новички. И посмотрите, сколько у них уже баллов, на каком они проценте. И отдельно, ну, научилась, то тоже очень хорошо. И отдельно я выделила Галину Бурак и Елену Пунько. Они, можно сказать, из старичков, но до этого они были простыми покупателями. Они делали минимальные заказы. Сейчас же на постоянной основе они делают 100 баллов, участвуют в акции на пылесос, и я не могла их здесь не вынести. Но посмотрите, как некоторым звездочкам нашим буквально чуть-чуть не хватает до нового звания. Например, Артемова Ольга, я чувствую, скоро будет 9%. Та же, допустим, Варчук Людмила, большая половина, можно сказать, уже есть. Ханенко Татьяне буквально немножко не хватило до 12%. Наташе Панасюк тоже немножко не хватило, поэтому это на самом деле новые звезды года 2019. Ну и вот такие вот итоги у нас получились за 18 каталог 2019 года. Как я уже сказала, всего у нас 1048 консультантов и 305, вы заметили, консультантов сделали больше, чем 8800 группового объема. Активность группы хорошая, почти 30%. Активировалось 10 новичков из 41, поэтому не забываем, что новичками они являются в течение 6 каталогов. И, конечно, как же не выделить тех, кто сделал первые покупки в компании Faberlic в своем интернет-магазине. Это Суша Татьяна, Михович Ольга, Жечка Вероника, Кунштель Елена, Корнева Карина, Барушка Кристина, Хилько Елена, Яскович Светлана, Стравка Тамара и Кулик Светлана. Поздравляем вас, девчонки, с первой покупкой. Вы почти все, насколько я смотрела, вышли на подарок. И скоро получите свой подарок – набор Beauty Lab. И наши новые звезды, которые впервые закрыли звание лидер 9%. Это Алла Шахницкая, Пивак Зоя и Наташа Панасюк наша, и ее консультант Харик Наталья, старший консультант 6%. Девчонки, отличный результат. Не забываем, что каталог 1 у нас называется «Распродажа», где даже если ты ничего не хотел брать, но такие цены, что прям хочется что-нибудь да заказать. И пылесос не за горами. Осталось всего лишь 3 каталога. Можно сказать, это слайд из прошлой презентации. Только один человек у нас не подтвердил поход, можно сказать, за пылесосом, но напоминаю, что в этом каталоге у нее есть последняя возможность восстановить этот стаж для участия на пылесос. Это если сделает 200 баллов в каталоге 1. В прошлом каталоге у нас такой один человек был, и он воспользовался этой возможностью и сделал 200 личных.
И это была у нас Ханенко Татьяна. Она награждается дипломом «Королева продаж». У нее самый большой оборот личный. 200, по-моему, 6 баллов. Татьяна, поздравляем. И, конечно, подвели мы итоги розыгрыша в нашей команде. И на этот раз победила структура Побот Светланы. Это лайтер Ольга, она тоже, можно сказать, со старичков, давно зарегистрирована. И вот так ей повезло, под Новый год получит вот такой вот классный для себя подарочек. Конечно, мы будем продолжать в году 2020 разыгрывать различные подарки для нашей структуры. Что это будет в каталоге первом, узнаете чуть позже. А лайтер Ольгу еще раз поздравляем. И опять в каталоге 1 объявлена новая акция на рекрутинг, которая называется «Территория подарков». На этот раз будут дарить две вот таких удобных, классных подушки из лебяжьего искусственного пуха. Что могу сказать? Она у меня есть уже давно. Может, даже и больше, чем полгода я уже на ней сплю. Вот когда они появились, сразу я себе заказала. Могу сказать с уверенностью, с ней ничего не стало. Она не сбилась, она не скомкалась. Абсолютно ничего. Конечно, я ее не стирала, просто нужно было купить специальную. Привет-привет, Наташа, мы тебя недавно поздравляли. Просто нужно купить специальную наволочку, и подушка очень классная. Итак, что же нужно сделать? Нам нужно пригласить лично 3 новичка, и чтобы они активировали личный кабинет. То есть сделали заказ на 45 рублей в ценах каталога. И самим выполнить не менее 50 баллов. И во втором каталоге уже при заказе вам будет добавляться 2 подушки по 1 рублю. Это просто мега круто. Скажите, где можно купить подушки по 1 рублю? Я думаю, нигде. Не забываем, что акция некратная. Да, запись будет. Не забываем, что акция некратная, то есть один человек может получить 1 комплект подушек. Поэтому пишите уже приглашать новичков, но обращаем внимание, не забываем, что те новички, которые у вас сейчас есть, и они не активировались, то есть не делали еще заказов, они могут включиться и получить подарок при заказе на 45 рублей. Не забываем, что это набор косметики для дома. А вы получите 2 подушки. Поэтому обязательно просмотрите все отчеты. И давайте, я, конечно, по-быстрому сумбурно вспомнила такие самые значимые события. Если я что-то забыла, пишите. Обязательно это все огласим. Чем был знаменателен год 2019? Во-первых, это, девчонки, тем, что наш проект на самом деле растет. Растет количеством новых званий, званий уже высоких. У нас, вы сами знаете, уже много директоров, много открытых, много старших директоров. Все вы знаете, что вчера у нас открылся бриллиантовый директор, наша звездочка, наш бриллиантик Оксана. Но до этого у нас был шикарнейший форум в Москве, где у нас собралось огромное количество наших партнеров, с которыми мы просто общались в Телеграме. До этого никогда не видели. Если я не ошибаюсь, где-то 35 или 37 человек. Затем был просто неимоверный день команды в итальянском ресторане, где мы все друг с другом знакомились, поздравляли друг друга, общались. Конечно, была экскурсия на производство Faberlic. Мы побывали с вами на заводе. Конечно, в саму глубь нас не пустили, потому что все для работников. Но там, где нам могли показать, нам показали. Мы увидели, где делаются шампуни, где делаются крема,
где делается декоративная косметика, вот это мы увидели. Затем было... Да, кто был на форуме в этом году, без раздумья едут, потому что это мега круто. Также была просто шикарнейшая прогулка по Москве, огромной, можно сказать, нашей бандой, нашей командой, где у нас много фотографий. Мы посетили и ВДНХ, и Москвариум, и много-много других мест. Поездили на метро. Ну, до сих пор куча впечатлений. После этого у нас был форум в Минске. А до этого что-то я подзабыла. Был еще классный день команды в Минске, где нас тоже было много, человек 30. Ну и, конечно, проект «Хочу туда», который был организован у нас в Беларуси, кто участвовал, это просто молодцы. И мы тоже встречались с некоторыми девчонками на обучениях в Минске. Также появились у нас новые имена в проекте, которые мы уже перечисляли. И, конечно, фотосессии. Фотосессии стали для нас сейчас, можно сказать, таким постоянным мероприятием. Мы уже многое знаем, мы уже знаем свои рабочие зоны, как говорится, поэтому обязательно устраивайте фотосессии. Ну, а сейчас чуть-чуть вспомним, поностальгируем. Форум награждали наших девчонок, которые открылись до форума, то есть или в конце 2018 года, или же до августа. Очень классно, смотрите, сколько нас много. Дальше прогулка по Москве с нашим флагом, вообще круто. Ну и, конечно, день команды. Нас на самом деле было очень много, было куча сюрпризов, было куча подарков, был шикарный обед. Поэтому напоминаем, что в этом году, точнее, через день, в 2020 году форум в Москве тоже будет в Москве, где мы будем жить еще неизвестно, но имейте в виду, я по акции купила 10 билетов. Если я не ошибаюсь, 7 разобрано, 3 еще есть свободных. Кто желает поехать на форум в Москву, пишите мне в личку, и обязательно я вас впишу. Все высчитывается у нас маленькими платежами, и у вас, можно сказать, будет 9 месяцев, чтобы подкопить денег на поездку в Москву, на гостиницу. Да, главное желание. И встретиться с огромной командой. У нас огромные цели. У нас цель приехать огромным проектом. 100 человек, не меньше. И я уверена, что будут человек 20 у нас новых директоров поздравлять. Так что, девчонки, а после форума, вполне может быть, мы все укатим с вами в Турцию. И, конечно, в году нашем, 2019, у нас систематизировался наш проект, наша работа. До этого мы изучали, мы смотрели. Сейчас у нас уже есть полноценная система, которая работает. Как вы видите, директора растут, проект не стоит на месте. Поэтому еще раз напомню, что первая ступень – это школа новичка, которая проходит с вашим вышестоящим наставником, с директором, идет сопровождение. Затем школа партнера. Это тоже все идет по сопровождению. Раз школа, значит обучение, то есть обучение новой профессии. Конечно, школа личного бренда, которая идет уже... когда вы проходите первую и вторую ступень и при выполнении обязательно 50 баллов. Все знаем, что школа лидера у нас включает обучение различное, но она переносится на 10 утра.
и кому неудобно будет, конечно, смотреть записи, но не забываем, что у нас проект многонациональный, мы из разных стран, и есть девчонки, в которых с нами огромная разница в часовом поясе, и если делать наши все обучения в 7 часов вечера, у некоторых уже глубокая ночь. Поэтому школа лидера перенесена на 10 утра, кому не получается будет смотреть записи, а школа красоты по продукции будет проходить в 7 вечера. Ну и, конечно, школа будущего директора. Первый поток у нас завершен почти. Девчонки только выполняют домашнее задание. И после праздников, по-моему, с 13 января у нас стартует второй поток, второй набор в школу будущего директора. Поэтому обязательно, кто хочет попробовать себя в бизнесе, пробуйте себя в школе будущего директора. Здесь вы понимаете, ваше, не ваше, получится, не получится. Но даже если вы не будете успевать по скорости, потому что мы сами понимаем, что у каждого разная скорость, у вас уже будет база, которую вы просто будете применять на практике. Поэтому еще раз повторюсь, кто хочет попасть во второй поток, пишите мне в личку или вашему наставнику, пусть он выходит на меня, и мы будем с вами разговаривать. Ну и, конечно, на слайде нету, но напоминаю, что у нас есть закрытый женский клуб, в котором могут участвовать все, вне зависимости от того, на бизнес или просто потребители. Главное условие – Все обучение происходит в Telegram, выполнение личных 50 баллов. Ну и, конечно, выполнение условий женского клуба. Это домашнее задание, это раскрытие себя, это анализ себя до участия в женском клубе. Кто участвует, видят, что это просто мега крутые результаты. Мы именно развиваемся внутренне, мы понимаем свои ошибки, у нас меняется мировоззрение, мироощущение, у некоторых девчонок даже меняется отношение в семье, все стабилизируется, поэтому обязательно, кто еще не там, пишите мне, тоже дам анкету, будете участвовать. Но, еще раз повторюсь, в случае, если вы будете выполнять все, что дается. Напоминаю, что прошло у нас только 2 урока. Уроки между собой повторяться не будут. Занятие у нас проходит 1 раз в месяц, поэтому чем раньше вы вступите, тем больше информации вы успеете еще изучить, потому что январь не за горами, и скоро-скоро у нас новое занятие. Ну и как это все происходит для тех, кто на бизнес? Это у нас происходит, еще раз повторюсь, в Телеграме, в чатах для сопровождения. Мотивационный чат и продуктовый добавляем всех, кто только пришел. Дальше, когда человек созревает уже на бизнес, как я уже сказала, добавляем в школу будущего директора, все через анкетирование. Затем, когда человек уверенно понимает, что это его, что он хочет расти, развиваться и стать независимым, мы добавляем в ускоренный рост директоров рекрутинговый, где обучается, как правильно рекрутировать, как правильно строить команду. Затем существует у нас чат ключевых партнеров, это от 15% и выше, это наши ключики, это уже без пару шагов наши директора. Ну, конечно, директорский чат, куда, я думаю, хотят попасть все. Нас там пока 10, но так как у нас уже есть новые открытые звания, но, конечно, добавляются все только по закрытию. А директоров открытых у нас уже есть немножко. Мы молодцы. Ну и, конечно, в Telegram созданы различные каналы по странам, по выгодным покупкам,
Поэтому, если вас вдруг там нет, опять же, пишите мне. Но еще раз повторюсь, это все ведется в Telegram. Туда можно добавлять всех. Главное, чтобы у человека был Telegram. Ну и курс на год 2020. Он у нас объявлен, я думаю, вы понимаете, годом рекрутинга и стремительного роста по лестнице успеха. Чтобы этого всего достичь и чтобы это всего все свершилось, нужно не сидеть на месте, а изучать новое. Не забываем, что у нас идет обучение по развитию автоматизации в соцсетях, во всех соцсетях. Поэтому от вас только желание и выполнение всех требований. Ну и, конечно, не забываем про личный бренд. А это развитие YouTube-каналов. Тоже все есть. Так что еще раз повторюсь, год 2020 должен привести нам просто неимоверные результаты. Не забываем, еще раз повторюсь, что у всех вас есть возможность вступить и получить премию 2700 белорусских рублей или же 100 российских. Так что, кто еще не с нами, вне зависимости от того, когда вы были зарегистрированы, если вы в нашей команде, выходите со мной на связь, мы вас включим в обучение и всему научим. Если же вас нет в нашей команде, мы вас ждем в нашей команде. И приступим к обучению. Девчонки, всех с Новым годом, с наступающим. Желаю, чтобы будущий год принес нам только радость. Столько радости, сколько дней в году. И чтобы каждый день дарил нам улыбку и частичку добра. Пусть все, что мы запланировали, обязательно сбудется. Все то, что мы хотели начать, пусть начнется. А что хотели закончить, пусть закончится. Пусть в следующем году мы все станем счастливее, добрее, внимательнее к окружающим нас людям. И мир откроет для нас свои двери. Девчонки, всех с наступающим, всего-всего вам наилучшего, празднуйте праздник и встретимся с вами в году 2020. Всем до скорых встреч, пока!